Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас распаковочки, посылка из Китая. Итак, я заказывал одежду. Это такой вот небольшой марафон посылок, соответственно, от разных производителей, разных магазинов. И, соответственно, ну, единственное, все они их объединяет то, что они с логотипами Rolls-Royce. Итак, что же, давайте мы ее откроем и посмотрим, что же там внутри. Итак, поехали! Так, давайте-ка мы откроем пакетик, а внутри мы увидим еще пакетик и еще пакетик. Думаю, что здесь достаточно много всего. Это у нас составные посылки. Думаю, что здесь у нас маечки. Так, давайте мы ее откроем, посмотрим. Да, это у нас, наверное, майки. Вот эти вот пакеты, знаете, ощущение 90-х, рынки, ну и всякая всячина такая. Так, что у нас тут есть? Black M. Написано 100% cotton. То есть у нас хлопок. По ощущениям это реально хлопок. По меркам она не дешевая, конечно, там в китайских. Здесь у нее такой значок, именно Rolls-Royce. Если помните, такая статуэтка с крыльями. Пошив. Давайте посмотрим. Все аккуратненько сделано. Вот хочу сказать. Ну, тут прямо так и написано. Премиум коттон. Оно еще так переливается прикольно. Но почему бы из такого материала бы не сделать эту картинку замечательную? Тут-то они сделали. А тут она обычная. Хотя она, по-моему, тоже напечатанная. Брал я М-ку. Тут, конечно, так и не увидишь, по сути. Так, что ж, давайте дальше смотреть. А вот что-то подобное у нас уже было на обзоре. Это у нас уже костюм, по ходу дела. Да, слушайте, это у нас костюм. Материал такой, знаете, такой тряпошенки. Ну, для спорта, если вы занимаетесь спортом. Нет, это не костюм, это чисто... Это чисто у нас, грубо говоря, куртка такая спортивная. Молния. Ну, здесь молния металлическая, она не пластиковая, хотя не скажу, что высокое качество молнии. Здесь у нас очень похожий такой материал, похожий на флис, но это не флис. Это, грубо говоря, это, наверное, все-таки синтетика. Да, тут, наверное, синтетика. Давайте посмотрим, что у нас тут. Чтобы вы особо вопросов не задавали, тут просто буква М торчит. Зачем вам знать, из чего сделана эта кофта? Может быть, она сделана из какого-то радиоактивного сырья. Кстати говоря, вот хорошо бы купить дозиметр, чтобы замерять логотипчик Rolls-Royce. Сзади он тоже должен быть. Он же тоже должен быть. Да, он тоже тот же самый логотип. Давайте-ка я просто примерю. К сожалению, это будет не в кадре. А вот эта куртка мне прям в самый раз. Это М-ка, прям точная М-ка. Давайте здесь посмотрим. Вижу то, что вот на одной из веревочки у нас есть, короче, такой косячок. Не на этой, наверное, на той. Мне показалось, что она такая... А, во-во-во. Вот оно. Ну, неприятно, но все равно это можно как бы сделать. В принципе, для спорта она пойдет. Ну, единственное, да, я хочу сказать по поводу материала, я не знаю, что это, скорее всего, это
синтетика в перемешку с шерстью, наверное. Но мне очень сильно напоминает флис какой-то, но это явно не флис, потому что, хотя по меркам Китая, товар достаточно дорогой. Хотя, наверное, может быть и не очень дорогой. Темно-синий М. А тот же самый продавец Sun 52 Store. Но, по крайней мере, этот размер подошел мне точь-в-точь. Вот М-ка. До этого мы смотрели, это был у нас другой шопинг, шопинг интернет-стор. Вот здесь мне достаточно сильно жало. Ну что ж, друзья, кому понравился этот мини-обзор, ставим пальцы вверх. И если у вас возникнут какие-то вопросы, дайте мне знать.